Слушай, тебе это будет интересно. Я поймал сигнал неподалеку. Мы наконец-то поймали мятежника. Осталось пять его боссов. А он пока пусть посидит в подвале. Наши ребятки полетели. Это не о твоем дружке говорят. Сигнал шел из соседнего района. Там как раз куча подвальных помещений. Я должен это проверить. Ты давай это, поосторожней там. Пацаны, пацаны,
не пускать его в тронный зал! Это военная операция. Пленник, где вы его держите? Кто? Ах, это... А он в подвале. Брат, слушай, опусти. Вранье. Я весь подвал осмотрел. Нет там никого. Так он не в этом, в другом подвале. Который под универмагом. Ну, если врешь. Там не было Мэтта. Оказывается, его держат где-то в универмаге. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Ты это, железяки носить не забывай. Сейчас у меня дела поважнее, чем сбор мусора. Ошибаешься. Оружие — это наш единственный козырь.